Экспедиция к истокам. Мирнинские джиперы отправились в очередной автопробег. В этот раз маршрут пролегает в Иркутскую область, к памятникам, имеющим отношение к государственным символам республики. Передают коллеги из Мирного. Через несколько минут эти автомобили отправятся в дальнюю дорогу. Им предстоит доехать до поселка Качук Иркутской области. Эти места у берегов реки Лены известны своими наскальными рисунками, датированными 9 веком нашей эры. В этом году мы посвящаем наш автопробег 25-летию государственных символов Якутии, а конкретно гербу Якутии. На государственном символе республики изображен древний всадник со знаменем. Он заимствован с одного из наскальных рисунков. Эти петроглифы – наследие народа курыкан, который считается предками якутов. Это уникальный археологический памятник под открытым небом, которому больше 10 тысяч лет. Он, конечно же, разрушается. Мы связались с администрацией Качуга. Они говорят, что существуют проблемы, и мы хотим обратить внимание на эти проблемы, узнать, что им требуется, в каком состоянии. Экспедиция стартует в составе трех автомобилей. Экипажи – участники автоклуба «Медведь» и квадроклуба «Легион». Финансирует поездку Мирнинская федерация автомотоспорта, выигравшая грант районной администрации. Ну а за моральной и духовной поддержкой внедорожники традиционно обращаются к священнику Свято-Троицкого храма. На всякое доброе дело Господь даст и средства, и возможности, и помощников, и спонсоров, и силы, и ресурс техники. Ну, конечно, если мы будем всегда помнить, что делаем мы. Доброе дело не просто так, а со смыслом, поэтому Боже всем помощи. Нынешний автопробег у мирнинских джиперов самый протяженный. Суммарно предстоит преодолеть 3000 километров, в основном по Иркутскому зимнику. В поселок Качук будет доставлена памятная доска с названием автопробега. Экспедиция рассчитана на несколько дней. Не теряя времени, автомобилисты двинулись в путь.